В Большоулуйском районе края незаконно вырубили лес на 4 миллиона рублей. Следователи возбудили уголовное дело в отношении руководителя местного лесничества. По предварительной версии, с мая по июль 2019 года он подписал 5 договоров о купле-продаже леса с жителями района, которые не собирались заготавливать древесину, а затем отдал участки знакомому предпринимателю. Теперь ему грозит до 4 лет лишения свободы.